25 автомобилей получили медицинские организации Алтайского края. Среди них 13 привычных машин скорой помощи и 12 легковых. Новый транспорт пополнит автопарки учреждений здравоохранения Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также Павловского и Косихинского районов. Это совместное решение как правительства, так и законодательного собрания. Ежегодно выделяется до 100 миллионов рублей краевым бюджетом на модернизацию автотранспорта наших медицинских организаций. Это важное событие, ежегодно оно у нас происходит. И, наверное, это, конечно же, радостно для медицинского персонала, для водителей, которые работают на них. Машины предназначены для перевозки как пациентов, так и медиков. Обновление транспорта – мера необходимая, особенно после пандемии, когда нагрузка на медработников и технику возрастала в разы. Отмечу, в Павловский район отправятся сразу два автомобиля – легковая неотложка и машина скорой помощи. Район большой, один из крупных в крае, поэтому по скорой помощи мы сегодня получили автомобиль на базе «Соболь». Оказываем скорую медицинскую помощь на два района, Шилобульхинский и Павловский. Круглосуточно работает 5 бригад скорой медицинской помощи, поэтому этот автомобиль нам необходим и очень важен.